занимаюсь я меньше года, но я просто всю жизнь в спорте, и я как бы недавно ушла с рукопашного боя, там я 5 лет занималась, и я, наверное, думаю, что из-за этого такой прогресс есть, сила. В данный момент вот по пауэрлифтингу выполнила в Турции мастера спорта, стала призером серебряным на чемпионате мира, проходил чемпионат мира в городе Стамбул. Вторые соревнования проходили в Монголии, в городе Улан-Батор. Это был чемпионат Азии по экипировочному жиму лежа и классическому жиму лежа, где я забрала 2 золота. Хочу стать тренером. Считаю, что все-таки это мое призвание. Я всю жизнь в спорте, просто не могла определиться, к чему душа, к какому виду спорта у меня лежит. Но вот совсем недавно, слава богу, я нашла его. Поэтому я и поступила в этот университет. Также здесь есть моя специализация пауэрлифтинга. В других университетах ее нет. Я вот планирую развить этот спорт здесь и собрать свою сборную команду. В свободное время я в основном в зале с семьей, иногда гуляю. Да. Ну и сейчас еще и учеба началась, поэтому времени меньше.